Субботу во всем мире отметят, пожалуй, самый романтичный праздник в Тольятти. К нему подготовились заранее. И чтобы как можно меньше людей провели такой-то день в одиночестве, организовали флешмоб, призванный соединить одинокие сердца. Свою вторую половинку жители Автограда искали на катке СНТК имени Степанова и находили. Какие числа приносят удачу в любви и почему символ акции в этот раз на льду не сложился, знает Ирина Грумеза. Номер 90, ищу пару. Неожиданные встречи, удивительные знакомства, романтическая атмосфера. В этот вечер на тольяттинском катке сама судьба сводит людей друг с другом. Глядя на эту пару, сложно догадаться, что еще час назад они были незнакомцами. При входе Анастасия и Кирилл получили талончики с номерами и сумели найтись среди сотен человек. Мы ехали, и три девчонки на меня упали. На одну из них я поднял, и оказалось, что у нас одинаковые номера. Было очень неожиданно. Но сначала мы как? Я увидела 50-й номер у него в руках на листке написанный, и мы за ним гонялись минуты три, наверное. А потом поймали. Как дальше сложатся отношения Анастасии и Кирилла, можем только гадать. Но по пятилетней статистике организаторы флешмоба делают вывод. Святой Валентин сие мероприятие стороной не обходит. Более 100 пар, 127 мы насчитали на вчерашний момент, встречаются друг с другом. Представить большое число. Очень интересная история. В 2012 году ребята познакомились. В 2013 мальчик ушел в армию, она его дождалась. И в 2014 году они к нам сюда пришли, чтобы пожениться, шуточно. У нас сертификаты такие, они шуточные, ни к чему не обязывают. Пока одни шутят, другие настроены весьма серьезно. Юлия Усачева получает кольцо на безымянный палец, а вместе с ним предложение руки и сердца. Просто мы приехали, мы катались и все. И вот, и предложение сделал неожиданно, совсем неожиданно. Трясет немного и от холода, и это нереально. Ничего лучше в жизни не было, правда. Кульминацией трогательного вечера должно было стать символичное сердце, созданное взявшимися за руки участниками флешмоба. Но в этом году на катке собралось столько народа, по подсчетам организаторов около 1000 человек, что огромного стадиона попросту не хватило. Если популярность акции будет расти, сердце придется делать не внутри, а вокруг спорткомплекса. Ирина Грумеза, Борис Кислица. Новости губернии, Тольятти.